Выставка «Пресинема» – это шанс прикоснуться к истокам анимации. В экспозиции все те открытия, которые позволили создать технологию кино. Каждый аппарат рассказывает историю от проецирования образа и изобретения фотографии до первого публичного кинопоказа братьев Люмьер. Все экспонаты искали и собирали два брата-коллекционера из Казани на протяжении 10 лет. Экспозицию также дополняют интерактивные модели, с которыми можно взаимодействовать. Все, что вы видите в витринах, это подлинные предметы. Ну, самое раннее относится к началу, к концу 18-го, начала 19 века. А вот все, что можно покрутить, посмотреть, повращать, это все современные копии, которые помогают понять нам принцип, как раз лежащий в основе вот этих разных самых оптических игрушек. На выставке представлено более 50 уникальных экспонатов, и это самая большая коллекция в России. Подлинные старинные оптические приборы и игрушки в таком объеме в Самаре показывают впервые. После запуска механизмов юные зрители приходят в восторг. Мультфильм «Девочка прыгает через скакалку». Посмотрите, ребят, Эмиль Рено полгода мог трудиться для того, чтобы 15 минут мультфильма нас порадовали. Он сам придумал сюжет, вручную рисовал. Очень даже понравился зеркальный театр, вот этот вот, который сейчас был у нас. И очень даже интересно было вот про лошадь, когда там она двигалась. Увидеть экспозицию можно до 19 ноября, в том числе во время «Ночи искусств», которая пройдет 4 числа по всей Самаре. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.